Через 4. И следующая у нас группа. Группа 3, группа Си, группа В. Встречаются команды Черный Клевер в красной форме, не в черной. И команда из Краснотуринска, Север, да, ребята, с севера приехали же. В Тагиле уже выступали на турнирах в этом году, в форуме выиграли. Впервые, да? Впервые. По-моему, вот у вас старшие коллеги приезжают летом. Возможно, возможно. Смотрим, смотрим. Все играют в синий, кто-то в голубой, в небесной форме. А с без красок такое противостояние команд не из Нижнего Тагила на Нижнетагильской арене. Формат матча у нас по-прежнему тот же. В группе два тайма по 7 минут. Игра началась. Ну, команда Черных Клевер так там точно приезжала. Выступали ребята на турнире «Доброе сердце» и заняли там второе место. Серебряные медали в Сузбище в регионе. Волной город Асбест. Так что желаем сегодня иногородним командам тоже в тройку призеров попасть. Не все комплекты призов остались. А команд иногородних немало, аж 5 штук мы насчитали. 2 из Узбеста, 1 из Краснотуринска, 1 из Ветной Салды, 1 из Свободного. Хорош, 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 давай, Саня! Удар в дальний угол, чуть не точно. Восьмой номер пробивал. Как видим, тут как раз с нами команда Краснотуринск, немало игроков на скамеечке. Сколько ребят вообще в общем приехало? Человек. 2 четверки, 2 смены, 2 вратаря. 12 человек. 12 человек. Прибыло. На чем добирались? Все на машинах. Вот и есть первый гол Краснотуринска. Восьмой номер отличился. Подсказывайте, как зовут. Сразу озвучим. Коновалов Александр. Александр Коновалов, а передачу выдал кто? А нет, Денис Комич отдавал, Александр Коновалов забил. А передачу Денис Комича? Денис Комич, да. Все, все, озвучивали мы автора первого гола в составе Краснотуринска. Гости севера выходят вперед. Напрягай, напрягай его! Евгений Фис пасует назад, капитан команды. Набирает скорость 62-го, не расставляет назад. Дмитрий Иванов присоединился к просмотру матча в форме Спартака. Сейчас, стучай, стучай, до конца, бля! Внимательно! Духа, внимательно! Мяч улетает у нас в потолок. Смену готовим! Ожесточенная борьба. Смену готовим! Готовится у нас смена. Полностью четверка. Поменяется. Еще запасные есть. Как нам подсказали. Угол, остайся! Остайся, Денис! Выходи! Внимательно! Дальняя дистанция, рикошет нелепый, и это 1-1. Вот так вот подтонуло Евгений Фисов. Я же говорил! А с без сравнивания счет матча 1-1. Повезло так повезло. Не выше сразу, выходи, не выше. Не успела сменка. Давай, 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 давай! Выйти, гол забит. И снова у нас интрига возрождается. А все у вас кто-то Кулинская или есть кто-то Серова? Не знаю, все из Кулинской. То помним наши... Давай, Саня, спокойно, Сань! Трансляции Серова очень сильной мини-футбольной команды. Лаки Моторс из этого года взял Пермь-Палмас только третья. Но вот это их земляки команды чуть-чуть севернее. Краснотуринска. Но примечательно, что Краснотуринск играет не в красном, а в синем. А Черный Клевер не в черном, а в красном. Такая небольшая путаница, можно в
даже где-то из Кудри, то есть Туринск, с Узбеком. Там осталось. Ну, мы все сюда сразу слышали, чтобы путаниц не было. Игра продолжается. Дальше, да, Евгений Хис чудеса творит. Мяч прикоснулся, он уже в дальней девятке. Асбест выходит вперед. Вот такой мини-камбэк сделали. 2-1 уже в их пользу. И есть обрез. И это 3-1. Что делает? Расслабились. Да, такая секундная расслабленность. Два гола прилетела в ворота Застринска. Севера. Проигрывают они уже. Пацаны, вы сейчас играете. Два мяча. Давай. И здесь ошибка, но вратарь подстраховывает, исправляет. И выход 2 в 1. Передача напрашивалась. Но игрок хотел сам забить, не вышло. Хороший дриблинг, передача. И нет, тут все завершилось угловым. Задание дорога. Вот пока что игра не идет, но еще будет один матч на Сатуринской, еще будет время разыграться. Попытаться все-таки выйти из группы, потому что из группы выходят две команды. Можно один матч проиграть, второй выиграть. И там, наверху. В следующей стадии 1-4. Ребята, это полная хуйня, походите, которую мы снимаем. Первый тайм подошел к концу. Смена сторонами. Там снова представляется Светлана, просмотр матча. Ну, неожиданно так матч пока. Да как два гола вообще мощно забили. Ну, там замена у них произошла, новая четверка вышла. Ребята помоложе, видимо, и два гола пропустили быстренько свои ворота. Сейчас до основной четверки придется отыгрывать это преимущество. Естественно. Ну, а первый гол-то вообще там просто подхватил рикошетик такой. Мяч сам залетел. Жека пока хорош. Два гола забил. Хорошо, хорошо. Спорный эпизод. Опытный Сергей Шишкин во всем разобрался. Мяч у Асбеста. Дальний удар. Ногу подставил один номер, но подставил ее не до конца. Мяч все-таки в ворота не полетел. С мячом дальний удар такой, передача прямо в ноги сопернику. Oh!
вас видно, все в порядке. У вас место. Плюс реализация моментов тоже. Будет у них два мяча. Сделать по мини камбэк, подрывая 1-0. Будьте зрителем, что может прилететь. Зрителям надо быть на чеку. Что Светлана спасет нашу трансляцию, думаю, заблокирует. Я сразу же. Да. Есть у нас помощник. Ну, если все матчи мы сегодня заснимем, откомментируем. Вспомнил там, Тиктрома оставляет мяч. Будет разыгран аут. Штанга выручает. Евгений Хис был близок к хэт-трику. Симон Омер, капитан команды. Он и на турнире «Доброе сердце» еще зимой тут феерил, забивал. Разбег занял второе место на этой же площадке. Сегодня хотят из Тагила не только серебро, но и золото. Вратарь отлично действует. Пас сразу в центр. Улица Данил! Борьбу включается нападающий. Так, приостанавливает 21 номер. Центр, помогите! Спорный момент. Что решает судья? Уже встреча по-прежнему Виталий Колесников и Сергей Шишкин. Да, фол на голкипера. Зафиксирован мяч у Краснотуринска. Хороший, мощный удар, но мимо. Пушечка и тоже не точно. Евгений, будет ли хэт-трик? Не будет. Защита спасает. Штанга спасает. И здесь сейф. Обстрел. 2-4 голова мы видели. По-прежнему 1-3. Впереди черный клевер в красной форме. Ребята, кто вас еще гол забил? Два Евгений Киса, еще три кто? Данил Фризов. Данил? Данил Фризов. Как фамилия? Данил Фризов. Фриза? Да. Данил Фриза. Забил третий мяч, выяснили. Автора третьего взятия ворот. Краснотуринска в синей форме. Неточная передача, чуть-чуть наши кубки сегодня пострадали. Там Федор Мажулов по-вратарски выловил спас трофея. Так вот, Краснотуринск хотел одним ударом все с собой забрать уже. Примагните, не вышло. Давай. Удар в ближний мимо. Сильный удар. Или там вратарь там спас, похоже. Будет угловой. Евгений Хис. Ждем от Евгения хэт-трика, первого хэт-трика. Да что ты? Хотя, может, в первом матче уже будет хэт-трик. Первый матч мы не комментировали, потому что там играли. Кто забивал, не помню. Помню только, как мячи из ворот доставали, 6 штук. Ух ты! А вот это хэт-трик и есть! Вот это точно хэт-трик, Евгений Хис, 7 номер, капитан команды. Женя по-прежнему пока в порядке. Пока супер, игру демонстрирует. Но первый матч. Под конец турнира, я думаю, все уже подустанут, где-то больше ошибок будет. Не надо руками.
Да, у нас тут не баскетбол, тут только ногами можно. 4-1. Впереди. А Спец кому-то помогает не вылететь. Не улететь за пределы площадки, в стену не печататься. А сейчас там много зрителей. Рига. Победу одерживает Асбест, Черный Клевер, 4-1. Хорошую заявочку делал, чтобы выйти из группы. Одна молодежь, ну, прямо. Молодцы, обе команды издалека приехали. С Костуринска, с Асбеста. Хороший футбол продемонстрировали. Смотрим дальше. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, что будете играть, любите. Мини-футбол. Все, еще надо, что-то